значит, ваши впечатления о чемпионате? Наверное, для меня это были самые эмоциональные вообще переживания. И, не знаю, у меня такого никогда не было. У меня нет еще слов это все выразить. Может, я чуть-чуть остыну и... Символичный для нас чемпионат. Я хочу сказать, что это наш последний чемпионат был здесь. Всем сказать, что латвийская публика, надеюсь, нас запомнила. В хорошем свете. Да. И для нас было очень важно показать себе, в первую очередь, наше творчество, наш танец с самой-самой высокой стороны. А результаты честно. Обычно это говорят, но честно для нас сегодня. Сегодня отпустила почему-то. Я не знаю почему. А как вам публика, люди, которые вас поддерживают? Публика, особенно в начале, мы вышли с первого танца, это освещение и зал, паркет, все в один день совпало, все факторы сыграли в нашу пользу, потому что для нас это очень важно, чтобы публика нас поддерживала. Я надеюсь, мы ассоциируемся как танцоры, которые танцуют с публикой, и для нас это было очень важно, и этот турнир на 100%. Я хочу сказать отдельное спасибо тем людям, которые действительно искренне за нас болели, потому что я знаю, что такие есть, их поддержка очень много значит для нас. И что вы будете делать сейчас после домой, отдыхать или все-таки отметить? Мы отметим, конечно, потому что подготовка неожиданно для нас стала также очень тяжелой моральной в начале года. Мы очень и физически, конечно, тоже, поэтому... Все осложнилось с нашими простудами, болезнями, как всегда, зимой. Тренировки какие-то выпали, какие-то мы носились. Поэтому для нас мы сейчас так отпустило, и отметим, отдохнем чуть-чуть, а потом опять же примемся работать, учиться, тренироваться, все как бы. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Спасибо. Мы любим вас. Спасибо. Давай.